Информметро, 98-й год. Такая брошюрка. Тут молодой еще Гаев. Вот. Вопрос. А будет ли второе кольцо метрополитена? Дмитрий Гаев отвечает. Обязательно. Его создание будет идти поэтапно, отдельными участками, и замкнется это кольцо через 15 лет, не раньше. Оно пройдет в зоне между Садовым кольцом и Московской кольцевой автодорогой. Особенность его заключается в том, что это кольцо будет состоять из участков всех линий метрополитена. Про историю метро рассказывается. Про станции метро. Наверное, тем, кто интересуется историей московского метрополитена, эта брошюрка понравится. Вот так вот выглядело метро раньше. Вот. Интересно, вот это до сих пор работают эти кафешки экспресс? По-моему, да. Телефонный справочник. Так вот выглядела Москва раньше. Вот раньше был проект продления метро в Химке. Так интересно сейчас все это смотреть. Спустя много лет. 25 лет прошло. Как много изменилось за это время. Спасибо за внимание.